Алло. Мама, это я. Как же так? Почему это случилось именно со мной? Почему я? Что же вы мне сразу об этом не сказали? Лучше бы сразу. Марин, подожди, я не понимаю. Что, Марин, действительно харе, да? Мама, хватит! Я все знаю. Что же ты молчишь? Маруша, ты не паникуй. Ты в лучшей клинике. Тебя вылечат. Тебя обязательно вылечат, Марин. Мама, что ты несешь? Что ты несешь? Эта болезнь неизлечима! Если б ты видела этих коллег в инвалидных колясках. Я не хочу так. Марина, ты успокойся. Главное, не падай духом. Мы с Олегом тебя не бросим. Подожди. А он что, он? Он из жалости со мной остался? Из жалости? Марина. 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 Да. Мариш, хочешь, приеду, а? А, Марин, сейчас закажу билет и приеду завтра. Завтра прилечу к тебе. Зачем? Ну как, ты? Ты же моя дочь. Я хочу быть рядом с тобой, хочу тебе помочь. А? Спасибо. Ты уже помогла, родив меня больной. Я помню чудное мгновение, передо мной явилась ты, как мимолетное видение, как... Ой! Ой, мамочка! Танька, зови Сережу, охранника! Быстрее зови, там мышь! Ой, зашуршала у меня... Видела б ты эту мышь! Доброе утро. Тебя где носило-то? Я уж тут извелась вся. Нашла Машу? Нашла. Ну и? Все бесполезно, заперта как в сейфе. Так телефоны не звонили? Да не, кажись, я бы слышала. А что теперь делать-то? А я не знаю. Ну, будем смотреть по обстановке. Но главное, что без мобилы теперь больше ни ногой. Ja, kommen Sie bitte herein. Да, проходите, пожалуйста. Hi. Oh, hello, Oleg. Здравствуйте, Олег. Пожалуйста, садитесь. We have examined your wife. Мы проверили вашу жену. И есть хорошие новости. We have examined your wife. Результаты показали, что нет никаких патологий. Do you mean that
my wife. Моя жена абсолютно здорова? Not quite. Не совсем. She's developed a secondary chorea. У нее развивается вторичная хорея, вызванная гормональным дисбалансом. Но это не смертельно. Is it curable? Она лечится? Конечно, лечится. Ей надо прекратить прием таблеток. Затем мы предоставим необходимое лечение, и симптомы исчезнут. Важно прекратить прием. Доктор, это ошибка. My wife doesn't take any pills. Моя жена не принимает никаких таблеток. This is what she wrote. Знаю, так она написала в анкете. Yes. I'm absolutely sure. Я абсолютно уверен. Олег. Олег. It means that this. Это означает, что эти. This. Эти. This. Эти. And this. И эти результаты. Results are completely wrong. Полностью ошибочны. Миссис Архипова, я принесла завтрак. Доктор сказал, что вам надо поесть. Я принесла завтрак вашей жене, но она отказывается. Поговорите с ней. Спасибо. Вы можете идти. Хорошо. Ничего. Просто смотрю. Смотрю и не могу понять, как я мог любить тебя столько лет. Олег, как ты можешь мне такое говорить в моем состоянии? В каком? В каком твоем состоянии? Марина, ты абсолютно здорова. Что? Что? Олег, я ничего не понимаю, тут на английском. Это правда? Олег, это правда, это не может быть ложью. Господи, Господи, какое счастье. Нужно маме позвонить. Подожди. А как же приступы? А у тебя... Просто гормональный сбой из-за приема противозачаточных средств. Как? Олег, что ты несешь? Что за ерунда? Ерунда. Ты обманывал меня все эти годы. Ты чуть не убила нашего ребенка. Я думал, то, что важно для меня. Семья. Дети. Важные для тебя. А оказывается, все эти годы для тебя это была просто ерунда. Да ты просто мелкая лживая дрянь. Олег! 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 Произошла какая-то ошибка. Олег, куда ты собрался? Ты не можешь уйти. Я просто не пущу тебя, ты понимаешь? Олег, ну прости меня. Прости меня. Прости меня, пожалуйста. Прости меня, Торочка, пожалуйста. Ну хочешь? Хочешь, я сама тебе рожу? Только прости меня. Только не бросай меня. Ты не можешь меня бросить. Пожалуйста. Да. Я оступилась. Ну что в этом такого?
Привет. Как ты? Как там Маша? Да не важнецки. Не получилось ночью Машку вытащить. Да прикинь, сама чуть не встряла по самое не хочу. Слушай, ну я ж тебя просил быть поосторожнее. Ты без всякой самодеятельности там, ладно? Я сейчас жду приятеля. Я ему все по телефону объяснил, он мне сказал, что нужно оформить бумаги для открытия дела. И после мы сразу к вам приедем. Так что я думаю, еще час-полтора максимум. Хорошо. Только учти, Машке операцию на час назначили. Так, а мне что делать? Ну, время еще есть. Я тебе прошу без самодеятельности там, хорошо? Да, я вас слушаю. Ольга Сергеевна. Ольга Сергеевна, это Олег. Ольга Сергеевна, послушайте, произошла чудовищная ошибка. Никакой хореи у Марины нет. Пожалуйста, не делайте Маше искусственные роды. Я уже вылетаю в Москву. Олег, послушайте, вы уже опоздали. Мы провели операцию, и ребенок умер. Что? Что значит умер? Семимесячная девочка была очень слаба. У нее остановилось сердце. Мне очень жаль. Правда, очень жаль. Юля, пригласите, пожалуйста, ко мне дежурную медсестру. May I somehow help you? Я могу вам помочь? Excuse me. Простите. Ah, yeah. Да. I need to book a ticket. Мне нужен билет. On the next flight to Moscow. На ближайший рейс до Москвы. Call a taxi and... Вызовите такси. Голосово стакан воды, please. Пожалуйста. I'll get you a taxi. Подождите, please, здесь. Я вызову вам такси. Доброе утро, Машенька. Доброе утро. Как ты себя чувствуешь? Нормально. Ну, выглядишь прекрасно. Давайте ручку. Спасибо. Настроение хорошее. Щечки розовенькие, да? Давайте, давайте. А зачем? Ну, во-первых, ты не волнуйся, я решила начать симуляцию как можно раньше. Почему? Потому что у меня есть время, нет операции, родов. Потом я сама решила принять твою малышку. Мы же с тобой договорились, ты же знаешь, что я заинтересована в том, чтобы роды прошли как можно лучше. Начинайте. Расслабься. Ну, вот и все. А ты боялась? Спасибо, Юля. Ну, давай расслабляйся и настраивайся на приятные мысли. Если ты будешь зажата страхом, то ничего хорошего не выйдет. Тем более, у нас с тобой и так сложностей хватает, да? Это о чем? Маш, ну ты как медик должна знать, что 27-я неделя – это тяжелый пограничный срок для ребенка. Подождите, но ведь на последнем УЗИ девочка была активная, живая. Да, активная и живая, но зачастую проблемы сердца или легких диагностируются только после родов. Ну, я не хочу тебя накручивать. Давай думать о хорошем. Через 2 часа будет действовать лекарство, так что давай расслабляйся, отдыхай и ничего не бойся. Поняла? Угу. Taxi will be here in 1 minute. Thank you. Добрый день. Добрый. Через 3 часа можете приезжать. Материал будет готов. Умница. Все. Звали? Привет, проходи. Доброе утро. Ну, как устроилась? Выглядишь невыспавшийся. Да,
Ну, не знаю. То наоборот, спала, как в санатории. Вот тебе направление на анализы. Ага. С Дашей, если все будет так же хорошо, как в анкете, буду искать для тебя пару. Это долго? Нет, у нас даже очереди. Аванс? Что? Извините. Так как по поводу аванса? Сейчас вы сдадите анализы, а вечером они будут готовы, и по их результатам мы с вами уже обсудим контракт и его условия. Да вы не волнуйтесь, у меня же здоровье, как у Гагарина. Хоть сейчас космос запускай. Я буду очень за вас рада. Мама так волнуется за меня. А вы ответьте ей. Мы с вами уже разговор-то закончили. Угу. Алло, Маша, это я. Послушай, Маша, я уже все знаю о ребенке. Мне очень жаль. Послушай, я хочу, чтобы ты знала, я очень тебя люблю. И я еду к тебе. Вспомнил про Машу? Вовремя. Молодец какой, а? Простите. А с кем я говорю? Это Лена, Машина подруга. Я никому не позволю вытирать у нее ноги, понятно? Ты же ее бросил. Вот и все, не надо больше сюда звонить. Лена, послушайте, я понимаю ваши чувства, но поверьте, я очень люблю вашу подругу. Ой, мы эти сказки слышали тысячу раз. Послушайте, если бы не чудовищные обстоятельства, я бы никогда не расстался с Машей. И если у вас будет возможность, пожалуйста, передайте ей это. Я знаю, она поймет. Прошу вас. Я не могу ей ничего передать. Почему? Что с Машей? С ней все в порядке? Да, мамочка, все в порядке. И палата очень хорошая, кормят вкусно. И персонал такой приветливый. Простите, это вы мне? Извините. Простите, пожалуйста, здесь просто уши кругом. Это я так, для конспирации. Послушайте, Машу держат в заперти перед родами этой чертовой клиники. Подождите. Как перед родами? Мне же сказали, что ребенок мертв. Да вас обманули, ребенок еще не родился. Машу будут стимулировать сегодня. У меня просто есть подозрение, что ребенок может не выжить. Поэтому, пожалуйста, приезжайте сюда скорее. Сэр, your taxi is here. Такси прибыло. Алло. Алло. Что вы молчите? Вы меня слышите? Лена, я не в России. Я сейчас еду в аэропорт. Лечу в Москву. Goodbye, мистер Архипов. До свидания, так. Мистер Архипов. Мне нужно 3 часа на перелет. И еще время добраться. И время добраться до больницы. Думаю, что время еще есть, потому что операцию назначили на час. Приезжайте, пожалуйста. Мы будем очень вас ждать. To the airport. В аэропорт? Yes, of course. Да, конечно. Наконец-то. Спасибо. Свободен. Олег, привет. Слушай, ты так, вовремя. Я как раз получил новый выпуск журнала. Офигительно. Просто Машина фото. Улет, улет. Рома, да подожди ты. Послушай, мне срочно нужна твоя помощь. Да. Понимаешь? Конечно. А что? Слушай, через 3 часа я буду в Шереметьево. Мне нужно, чтобы ты прислал туда водителя. Только лучшего. Это в прямом смысле слова вопрос, да, жизни. Да. Понял? Конечно, я сделаю. Ah.
Маша? Маш! Маш, ты как? Ничего, нормально, терпимо. Сварки часто? Минут 10-15 каждые. Так что ж ты молчишь, дурочка? Родовую готовьте, срочно! Черт! Что ж ты? Ну что, присядем на дорожку. Вот так. Кажется, все взяла. Ой, ты на сколько такси заказала? На без 10. Угу. Ну, о, время еще есть. Можешь сделать мне сок? Спасибо. Одну минуту. Я возьму. А, ну ладно. Спасибо. Алло? Ага. Ты себе не представляешь. Я здорова. Я совершенно здорова. А все мои припадки были из-за контрацепции, из-за той торпеды, которую установила мне Ольга Сергеевна. Боже мой, как я рада. Господи, а вот ты знаешь, я знала. Вот я верила, что все будет хорошо. А я к тебе ехать собралась ведь уже. Ну да, ну да. Ой, боже мой. Какое счастье. Знаешь, у меня даже давление, кажется, поднялось, а? Мама, какое счастье! Олег все это узнал и уехал, он меня бросил! Он поехал к своей деревенской идиотке! Ну и что? И бог с ним. Ничего. Маринка нагуляется, перебесится и вернется. Ну, поверь мне. Значит так, мне его перебеситься не нужно. Ты сейчас одеваешься и едешь в клинику. Обещай все, что ты захочешь, Ольге Сергеевне. Но Маша должна в природах умереть. Тебе ясно? Подожди. Марин, ты что такое говоришь? А что? Как, ну? Ну, Маринка, это что? Это же это убийство. Совесть включила? А что ж ты раньше молчала, когда я о ребенке договаривалась, а? Да, ну, конечно, но просто там же еще набор клеток, эмбрион. Тут взрослый человек. Что ты? Так, давай без дискуссий. Если не хочешь обратно в свою хрущобу, на свою пенсию, собрала манатки и поехала в клинику. Тебе ясно? Ясно, Марина. Мне ясно, я вырастила монстра. Алло? Такси. Такси? Ты пойди скажи, что я не поеду. Нет, подожди. Ты спроси у них, сколько стоит до Зеленограда. И посмотри в кладовке. Ящики для орхидей. Хорошо. Дорогу, пожалуйста. Осторожнее, осторожнее. Тихо, тихо, дышим, 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 родная, потерпи. Дыши, дыши. Маша, не волнуйся, все будет хорошо. Дыши, все хорошо. Дыши. Ага. Закатывайте. Закатываем так. Аккуратненько. Дыши, дыши, родная, давайте, дыши. Давайте.
Молодец. Алло. Это все из-за вас. Эти чертовы немцы обнаружили в моей крови контрацептивы. Они сказали, что все мои приступы были из-за них. Марин, мне очень жаль, но такой побочный эффект один на миллион. Что? Вы должны были меня предупредить. Это вы во всем виноваты. Но чтобы вы понимали, этого так просто в покое не оставлю. Это из-за вас Олег ушел. Так слушайте меня внимательно. Как же вы мне все надоели со своими проблемами. Дыши, дыши, давай. Entschuldigen Sie, the art fact. Я не понимаю. Excuse me. Извините. The doctor asks you to доктор come просил вас спуститься, чтобы поговорить о восстановительном лечении. Я ни черта не понимаю, что вам нужно. Вы что, не видите? Please. Пожалуйста. Куда? Please. Марина, завтра мы избавимся от причины вашей болезни. Марина, если вы прекратите прием гормонов, то все симптомы исчезнут. Вы понимаете? Что вы из меня делаете, идиотку? Я не понимаю. Вы это понимаете? Марина, please drink this. Марина, пожалуйста, выпейте это. Drink this. Что это? It's just a tranquilizer. Это просто успокоительное. Please drink this. Пожалуйста, выпейте. That's all. И все. В этой идиотской клинике есть хоть один переводчик? Я не понимаю! Я вообще больше ничего не понимаю. Да что ж такое, абонент не абонент, елки зеленые. Ленка, уймись. Машка девка сильная, ну и что, что 7 месяцев? Я свою дочку тоже раньше срока родила. Она вообще у меня 1,5 килограмма весила. Сейчас знаешь, какая дылда? О, вымахала! Все мои кофточки носит. Нюр, ну вы же всего не знаете, если только в этом было дело. И главное, что я сделать ничего не могу. Здесь же охрана почище, чем в тюрьме. Опять то же самое, ну просто сговорились они все. Ну что за день такой? Ну что делать? Успокоиться. На, вот яблочко пожуй. Ой. Что? Доктора зови. Нюр, что случилось? Началось, кажись. Так, спокойно. Дышим глубже, спокойно. Что ж вы сговорились-то все сегодня? Ой. Так, сейчас я за каталкой. Нюра? Да не нужна мне твоя каталка. Я сама дойду, доктора зови. Ну, Нюр, ну ты сила. Прям как на работу идешь. Ага. Сейчас буду смену заканчивать. Ты давай доктора зови. А то сейчас сама будешь роды принимать. Да, 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 все в порядке, да. Да, уже выезжаю. Пусть заказчик не дергается. Да. Все в порядке, говорю. Материал скоро будет у вас. Удачи. Олег Анатольевич, видите, город забит. Ездить стало невозможно. У меня жена рожает. Ну, что я могу сделать? У меня же мигалок нет. Забросишь вещи домой. Ладно. Ребята, выручайте, жена рожает. Покажите, пожалуйста, девочку. Покажите.
Здравствуй, хорошенькая какая. Можно вложите мне ее? Можно я ее на руки возьму? Маша, девочка родилась очень слабенькая, и, возможно, придется интубировать. Поэтому ее лучше не трогать. О, Господи. Нет, ты не волнуйся. Мы отвезем ее в интенсивную, посадим на аппараты и проведем инфузионную терапию. Все будет хорошо. Девочка, ну все, 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 успокойся. Девочка. Тебе бы 2 суток еще оклематься. Но ты же понимаешь, наша ситуация, она у нас очень сложная. Поэтому чуть-чуть поспишь, и мой водитель отвезет тебя за документами. Ты меня слышишь? Ну все, все. Ну хорошо, увозите. Нет, не увозите! Не увозите ее! Увозите! Тебе нельзя вставать, берите, Маша! Право, Маша, увозите, я сказала! Меня, быстро уходи, успокоительный! Вы что, не видите, у нее истерика? Не увозите! Не увозите, пожалуйста! Не увозите! Дайте ей 2 часа поспать, и потом Михаил Михайлович отвезет ее за документами. Дай бог, ты мне сегодня не привезешь документы. Слышишь меня? Все, все, все. Давай аккуратненько, блядь. Не задень ничего. Опять 7-месячные. Что ж такое? Ты что здесь делаешь? Я это соседку по палате хотела бы узнать про Нюру. Ее же только что привезли, а это ребенок ее был, да? Нет, не ее ребенок. А что это за ящик там такое? Лен, 7-месячный ребенок, понимаешь, обычная термометрия. Ну что? Все в порядке. Хорошо. А ты что здесь ошиваешься, а? Тебе Нюра родственница? Нет. Ну а что ты, волнуешься? Ну, если нет никого, должен кто-то поддержать. Нюра отстреляется, ты даже не заметишь. Так что давай, иди в свою палату. Иди в палату. Лен, ну что там? Ну где вы? Скоро будете? Мы уже едем. Слушай, это Грымза, главврач, она все переиграла. Машку уже родила, ребенка вообще куда-то увезли. Я не понимаю, что мне делать. Лен, успокойся. Скоро будем. Держись. Да, Лен. Спасибо. Все, я уже подъехал. Ой, слава богу, хоть кто-то. Маша уже родила, давай быстрее. Буду через 5 минут. Ага. Давай, пока. Далеко? Добрый день. В родильное отделение. Мужик, извини, завтра. Понимаю. Я что, не ясно сказал? Ясно, ясно. Я все понимаю. Вот этого хватит, а? Завтра с 11 до часа. Послушай, мужик, мне очень надо. Извини, проблемы мне не нужны. У меня уже один нагоняй был. Ну хорошо, я понимаю, у тебя служба. Но у меня там жена рожает, понимаешь? Давай по-хорошему, сколько? Давай только без этого, а? Иди отсюда. Послушай, ты человек или нет? У меня там жена рожает, я все равно пройду. Че? Ты че, будешь рот на меня открывать? Ты че, не рубишь, что я тебе сказал? Иди отсюда! Алло. Я уже в больнице. Где ты? Это вы меня послушайте.
Давайте не будем драматизировать. Вы послушайте, эта девочка родилась совершенно здоровой. Хотите убивать? Убивайте сами. Я не буду. Ну-ка, встали. Быстро, говорю, к стене. Я сказал, к стене, оба. Быстро. Быстро. Шума, тихо, тихо, тихо. Не дергаемся. Стоять! Капитан Рябинин, Лебедева Ольга Сергеевна, вы задержаны по подозрению в незаконном проведении абортов и сбытии стволовых клеток. Слава Богу. Наконец-то все закончилось. Пройдемте. Если я не подпишу. Тогда через суд. Марина Вадимовна, а бракоразводный процесс – дело хлопотное, затратное. И для вас, честно говоря, абсолютно проигрышное. Так ведь вам может и ничего не достаться. А так ведь квартира, автомобиль. Да. Все. Все в порядке. Тетя Анечка. Вот, знакомьтесь, это Антон. Здрасте. Это мама. Здрасте. А вернее, уже бабушка. Да. Кто к Павловой? Мы. Заходите. А Олег где? Там уже. Пойдемте, пойдемте. Пойдемте скорее. Уснула. Хорошая. Маруська. Мамочка. Маруся. Я так рада тебя видеть. Прости. Да ну ты прости, что тебе не говорила. Ну что ты, доченька. Поздравляю! Спасибо. Ну покажите мне внучку. Она спит. Ну я тихонечко. Ладно. Ой, красавица. Ой, кружечка такая. Внученька. Красавица.
жить у меня. У вас тут в Москве все не так. И воздух, и вообще. А у меня фрукты, овощи, все свое. Катя просила поцеловать свою племянницу. Как она, мам? Хорошо, идет на поправку. А что такое дорогое ты купил? Не, я не жмот, просто особой разницы не вижу. Такое же событие раз в жизни бывает. Ну, в общем, да. Красавица. Шампанское будем пить? Мне нельзя, 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 нельзя. Давай я за тебя. Ой, давайте. А можно я скажу? Да. Для родителей самое большое счастье – это видеть своих детей счастливыми. Спасибо вам за это. Мам. И дай вам Бог когда-нибудь почувствовать то же, что чувствую сейчас и я. За вас, мои родные. За тебя. За вас, родные мои. Ура! Спасибо вам. Ура! Ура, ура, ура! Ура! Ура!